Всем добрый день! Хочу сегодня показать вам покупочки для хозяйства, для моей дочери, для квартиры. То, что я ей купила, это как покупки не за один день, за несколько, за пару месяцев это все собиралось. И начнем вот такие вот поварешки, венчик. Это вот такая толкушка для картошки. Это я покупала в магазине Lidl. Ручка вот такая металлическая. Написано, что можно использовать и в шпульмашину ложить, на посудомойку. До 210 градусов выдерживает, температуру выдерживает эти все приборы. Стоила одна вот такая вот. Ну, в общем, каждая часть стоила по 2,49. Дальше. В магазине Aldi я купила вот такой наборчик. Стоил он, по-моему, 6,99. Да, такие вот чашки. Здесь такой сет. Набор и сито. В общем, включая дип. Такие красивые цвета, очень сочные, очень яркие. Было еще сине-зеленая расцветка. Я выбрала эту. Тоже можно в посудомоечную машину. Вот, написано, что можно печь, салаты делать, в общем, все что угодно. Вот такие вот есть массы. 4,8 литров. Вот сито, вот это вот второе. 3 литра, потом на 1,9 и на 1 литр, самая маленькая такая. Мне понравилось. Очень красивые цвета, очень удобный сразу набор. Мало будет места занимать, сразу друг друга сложил и убрал. Вот. Дальше. Это тоже был магазин Aldi. Вот такой вот, как ковшичек. Штиль, кассароль, в общем, 16 сантиметров. Здесь оно все с вот таким вот покрытием. И лак Виталий сделан. В общем, для газа, для электрических плит, для глаз керамик, для коллаген, для, тоже для посудомойки. В общем, тройное покрытие здесь. Очень мне понравилось. Так вот думаю, тем более, если она одна будет, что-то быстренько приготовить. Небольшой такой ковшечек. Стоил 5 евро. И такая небольшая, очень миниатюрная, такая же из этой же серии. Малепусенькая сковородочка 20 сантиметров, написано мини пфаны. Такое же самое покрытие, тоже стоило 5 евро. Дальше я взяла такие керамические ножи. Были бело с салатным покрытием. Я взяла такие вот. Такие вот керамики. Мясо открывать не буду. Здесь такой вот клингеншутц, защита такая вот вставляется. Ну, в общем, само лезвие ножа вставляется в эту защиту. Этот нож 10 сантиметров, а большой 15. Теперь уже точно цену не помню, по-моему, большой стоил 6 или 7 евро. И этот что-то 2 или 3 евро. Такие два ножичка. Дальше форму для выпекания. Я распечатывать ничего не буду, потому что она переедет и в новой квартире, ей приятно будет самой распечатывать, все открыть. Поэтому с ручкой очень удобно. Закрывается крышка, даже если можно какой-то торт или куху внутри оставить, если уже печено можно транспортировать. Да, вот здесь написано транспорт, а в общем транспортировать можно в посудомойку. То же самое покрытие, это и лак, это уже сделано Виталия в Германии. И такая 26 сантиметров форма. Она здесь вот этот как открывается. Ну, всем известно, в общем. У меня точно такая же, только без крышки. Мне моя мама дарила несколько лет назад, и она до сих пор у меня служит. Вот. Spring foam контейнер. Сколько стоила, я теперь не помню. Тоже что-то 6 или 7 евро. Дальше. Магазин Lidl. Вот такие весы кухонные. Очень яркие, такие симпатичные. С конфетками, с карамельками, с чупа-чупсами. Стоили 6 евро, за 4,19 я их взяла. Вот, написано здесь, они, в общем, до грамма точно вешают. Да, до 5 килограмм. Здесь написано, как автоматически сами выключаются. Тару можно, ну, как бы включать, отключать. И
Да, здесь переключаются на граммы, миллиграммы и, в общем, разные меры. Нет, 3 года гарантия. Мне понравились очень яркие весы. Дальше я купила и вот такую вот сковороду. Я взяла себе и ей Тефаль. Тефаль всем известно. Тут даже ничего и говорить не нужно. Вот так вот называется. С титаниумом. Покрытие титаний. Титан. Написано, что до двух, в два раза дольше держит тепло. Вот, антихафт, ну да, это все они пишут, что не царапается, ничего не делается. В общем, посмотрим. Вот, задерживает тепло. Здесь вот так вот все описано, расписано. В общем, для всех типов или видов печей, для индукцион даже. 24 сантиметра диаметр. Она, конечно же, с крышкой. Это тоже все упаковано. Я себе точно такую же взяла сковороду. Вот очень одинаково тоже еще не распечатывала. Стоила она 24,99. Надеюсь, о, даже на русском. Алюминий надо же. Надеюсь, будет нас радовать. Вот я увидела, что здесь даже на русском языке есть идеальное начало для вкусного приготовления еды. И идеально подходит для тушения и готовки на медленном огне. Такая вот. Дальше магазин Aldi. Две кастрюльки. Большая. 24 сантиметра. Она стоила, по-моему, 21 евро. И вот эта вот поменьше. 18 сантиметров. Она, по-моему, стоила то ли 16, то ли 17 евро. Чем они меня привлекли? Ну, дочери предостаточно будет, я говорю, если она одна или даже другом будет вдвоем, две кастрюльки еще, пару маленьких, и достаточно будет. Чем они меня привлекли, в общем, вот это вот все из силикона, очень классно сделано, вот такая вот ровная крышка, никакая не изогнутая, вот, вот это вот, в общем, не открывая крышку, можно сливать воду, сцеживать, вот так наклоняешь, не знаю, видно будет, не видно. Здесь, смотрите, вот нарисовано, она так вот сделана. Я никогда с таким не сталкивалась, никогда такого не видела. Супер. Супер. Все, и ручки вот это вот можно все снимать. Мыть, наверное, можно, в общем. И вот здесь даже не нужно никакое ничего брать, ни какие-то прихватки, ничего. Вот так вот держать пальчиками и сливать. Очень-очень классно. Вот. Это на 1,8 литров, а это на 4,2 литра кастрюльки. Сейчас я покажу, смотрите. Вот здесь все написано, что сливать можно, не открывая кастрюли. Вот такая вот красота, держать пальчиками. Вот, и, в общем, силикон защищает, написано. Не обожгешься, ничего, очень классно, мне понравилось. Сразу я взяла, чтобы, ну, такой наборчик был. Вообще, такие симпатичные кастрюльки. Дальше я дочери купила вот такой вот в Лидле сэндвич мейка. Обычно они стоят что-то 10-12 евро, а это, интересно, стоило 19,99. Думаю, почему же он такой дорогой, почему же такой дорогой. Открыл он, сейчас открывать не буду, открыла. Он был, в общем, там были красные, она хотела увидеть черный или белый. Черный был последний. Вот. И я ни разу такого не видела. Посмотрите, здесь на 4 штуки, на 4 сэндвича. На 4, обычно же на 2. У меня на 2. Она обрадовалась, она очень любит сэндвичи. Так что стоил 19,99. Дальше дочь купила себе чайник. Вот такой от Bosch. Очень самый обычный, классический. Мы купили себе точно такой же. Вот, потому что стеклянный был и уже не устраивал, не нравился мне стеклянный. Такой вот обычный, как классик, просто чайник на 1,7 литров, 2400 ватт, максималь Bosch. В общем, стоил, по-моему, 30 евро, по-моему, да, надо у нее еще узнать. Дальше она себе купила, это было как раз перед Пасхой. Купила телевизор Samsung себе большой. Ну, я уже это говорила в каком-то влоге. И была такая акция, что если что-то покупаешь, там какие-то определенные модели марки. Вот этот вот Blu-ray плеер.
шел ей в подарок. Он стоит что-то около 70 евро. Тоже от Samsung. В общем, она получила его бесплатно. Если потом, ну, когда все сделается, я могу сделать обзор на телевизор, показать. И, в общем, к нему отошло бесплатно. Дальше дочь купила себе вот такие вот два полотенца для душа. Это из Лидла. 70 на 140. Это, конечно же, 100% коттон. Стоили они 7 евро. Дальше такие крючочки. По-моему, 2,99. Дальше покупки из Aldi. Вот такой вот гигиены бокс косметик для косметических, ну, платочков, для салфеток. Вот, можно на стену приделывать, можно так, чтобы стоял. Написано нержавеющий. И вот, в общем, такое покрытие специальное, что пальчики не остаются. Это Эдельшталь. Тоже распечатывать не буду. Вот так вот он смотрится. Она сказала, что-то уцененное было на, по-моему, 10 на 5 евро, что ли, что такое. В общем, она взяла. Дальше полотенце. Тоже из магазина Aldi. Очень классные такие. Не знаю, будет камера передавать или нет. Вот такие. 70 на 40 для душа. И вот такая вот. Такой цвет. Это светленький. Каждых она каждого по 2 взяла. Тоже, по-моему, по 7 евро они были. И дальше для рук полотенца. Тоже она 2 упаковки взяла. Темных уже не было. Вот 2 штучки. Здесь тоже, по-моему, по такой же цене. Вот. И такие гест-тухер, такие маленькие. Здесь 6 штук. 30 на 30. Вот такие они, по-моему, что в пределах 5 евро стоили. Вот такие покупки были для дочиной квартиры. Спасибо всем большое за внимание. Желаю всем замечательного времени суток. Пока-пока.